Здравствуйте. Решил прогуляться по Лендовской ЖД-ветке, где-то примерно в районе Карла Маркса. Единственный сохранившийся участок ЖД-ветки, куда можно добраться общественным транспортом, а именно на трамвае. Вот будка заброшенная, там висит замок. А вот единственные сохранившиеся рельсы. Сейчас пойдем в ту сторону, примерно до конца. Вот они, рельсы все проржавели. Но тем не менее видно из-под снега. Думал, может быть, весной прогуляться, зимой. Но решил зимой. Семафор еще также чудом сохранился. Вот. Есть еще, кстати говоря, как сигнализация звуковая, вот она. Пойдем по тропинке. А ведь раньше здесь ходили поезда. Так, сейчас главное камеру уронить. И взять палку, вдруг какая-нибудь собачонка выглянет. Идти довольно скользко, но я бы не сказал, что уж чересчур. Что ты, пропустишь меня? Пропускает собака хорошая. Так. Семафор. Тоже же проржавел, конечно. Но еще более-менее можно. Указатель, что рядом станция дальше. Станция. Вот так вот мимо гаражей, конечно, не надо идти, когда в темное время суток. Вот тут уже начинается более скользкий участок дороги. Так, ангары. Люди идут. Зима, рельс не видно здесь, к сожалению. Но тем не менее это проторенная дорога. Люди идут. Идут они в жопу. Что, собственно говоря, здесь вот и написано на одном из гаражей. ЦХ. Так, надо быть аккуратнее и внимательнее. Интересно, там дальше есть. Давайте я вам не буду не себя показывать, а дорогу. Вот так вот Лендовка выглядит зимой. Из нее сделали такую пешеходную дорожку. Люди. Гаражи. Так, а тут дальше тропинка сворачивает, и тут даже следов. А нет, вот есть еще металл, правда проржавел. Но есть все-таки. Отлично. Отлично, вот она дорога-то. Вот здесь вот раньше, в 30-х годах поезда ездили.
Вот где, вот еще. Еще есть кусочки. Ну отлично, сохранились. Сохранились. На металлом их не порезали. Дальше еще ангар. И сейчас я должен выбрать, как мне лучше пройти. Вот по этой дороге или по той. То, наверное, я по этой выберу. Вот здесь сейчас вот здесь вот сугробы. Шпал. Вот шпалы действительно растащили. А рельсы остались целёхенькие. Пустые гаражи. Так, а вот здесь вот лед. Лед. Нам надо быть предельно аккуратно. Вот, посмотрите толщину рельс. Неплохо, да? Для ветки, которая в 30-х годах построена. Чуть-чуть проржавела, но если отмыть, то будет хорошо. Вот. Вот здесь я сейчас шпалы увижу. Так. Нет, к сожалению, это бесполезно. Занятие шпал нет. Идем дальше. Вот здесь вот дорога шла. Очень скользко. Дальше горы снега и под этими горами рельсы. Рельсы. Сейчас я надеюсь, мы выйдем из гаражей. Ух ты, тихо. Я прям скольжу. Стоянка 330 метров. Так, сейчас надо перейти дорогу. Овчарка. Еще одна. А тут вообще нет. Здесь я могу вязнуть. Увязнуть. Не-не-не. Вот. Шлагбаум. Шлагбаум. Тупик, знак тупика. С той стороны подойдем. Ах, по сугробам. По сугробам. Вот, это означает, что кирпич для поездов. Вот собачка. Даже на меня на внимание. Хорошо. Так, идем. Идем здесь. Снег, ну, как бы рыхлый, довольно неглубокий. Конечно, с затруднениями идти, но... А вот тут уже конкретно я сейчас увязну. Тем не менее, я вам покажу еще один знак. Граница подъездного пути. Ну... Что, пойдем дальше? Как пойдем? Думаю, что нам надо как-то назад вернуться. Или что? Думаю, что да.
вернемся назад. Тихо, тихо. Тихо. Сейчас мы вывернем. Опять до знака тупика. И вот сюда вот. Вот так вот. Так вот. И здесь. Здесь. Вот. Дальше идем. Собачки в той стороне. Да, мы идем по проспекту Карла Маркса. Теперь уже с правой стороны Линдовки. Так, а как же мне тут не наебнуться-то? Вышка связи около Линдовки прям. Красота. Хоть как-то почти использует эту сеть. Что ты тявкаешь? Я вообще в стороне от тебя. Тявкает. Раньше тоже сидел дома. За компьютером играл, в GTA играл, в Stalker играл, играл в Call of Duty. А теперь брожу по всяким разным злачным местам, чтобы сделать видеоролики. Ух. Еще родители на меня ругаются, мол, куда ты пошел, зачем пошел, ты что, ёбнулся что ли, как мне говорит моя мать. О, слушайте, интересно. То есть здесь вот ворота были раньше. Ага. Ясно. Для автотранспорта. Вот да, вот Нива. А дальше. Интересно, сейчас я должен принять решение, возвращаться ли назад. Или идти дальше. Это сложное решение. Там у нас что-то в стране. Ну, не знаю. Не знаю. Отклонился я от Линдовки, конечно. Вот это вот почистили. Вот она. Здесь. И вот дальше идет дорога. Будка охраны. Так. Так. Так, сейчас. Эх. И теперь понимаю, что такое сталкере, когда в романе сталкер, не в игре, когда Клык говорит, что мое вечное проклятие, это собаки, конур здесь полно для них. Еще одна. Линдовка вон в той стороне. Ну уж извините, я уж по ней не могу идти. Так, там слишком узко, слишком навалено снегом. Но часть рельс я вам показал, это уже хорошо. Рельсы, ну даже проржавели, конечно, но не могу сказать, что уж прям намного проржавели, что по ним не пускать поезда.
А вот этот все заборчиком обнесли. Да, и вот Toyota у нас здесь. И вот внизу сейчас уже никто не гудит. Ни один поезд. Даже рельсы не чистит. Котлован. А дальше овраг. Дальше овраг. Интересно, что там у конкретно дальше уточки. Так. Так, сейчас надо аккуратно пройти. Здесь обрыв. Здесь обрыв. О, о, слушайте, да здесь пруд. Представляете, рядом с Линдовкой пруд настоящий. Вот этого я не ожидал. Да сколько по Самаре брожу, а вот этого не видел. Ну, сейчас вы сами увидите, собственно говоря. Как... Ну, мутная, конечно, вода. Уточки. Приятно, уточки. Ну все, идем, возвращаемся на Линдовку. Вот какой. О. Так, так, аккуратно. И опля, есть. Это да, я знаю, что это не совсем Линдовка, но тем не менее по примерному пути мы ее сейчас идем через весь проспект. Вот, бля. А дальше дорога заворачивает, а мне надо бля. Вот это я упал, вот это я ебанулся конкретно. Что не сделаешь ради хорошего видосика. Но это предупреждение мне. Надо быть аккуратнее. Так, дорога заворачивает. Вот она, Линдовка. Вот. Тут. Вот прям за кустами. Но вы сами видите, что пройти по ней нереально. Но я карабкаюсь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа! Опа-опа! Вот, вышел на нее, наконец-таки. Еще участок сохранившийся. И... А вон завод. Завод. Ага. Ага. Так. И что же... Ну, теперь, конечно, можно дойти до завода и сказать, что, мол, все, прошли этот участок. Но ведь можно и дальше куда-нибудь завернуть. Вот я, честно сказать, не знаю. Вообще дорога там есть, да. Вот и полиция патрулирует в кустах. Вот она. Значит, она идет в ту сторону, получается. Получается, идет в ту сторону. Ну что, пошли. Тихо, бля. Тихо, тихо. Тихо, вот сейчас вот ровно, ровно идем по Линдовке. Куда меня нелегкое внесло. Если люди здесь как-то ходят, тропа есть как-то.
Так. Ну, мы сейчас выходим на заводы. Вот еще линия. Ох, еще рельсы. Вот, сейчас я вам покажу. Ну-ка. А, не проржавели. Смотри. Выдвигаются. Так, вот. Выдвигаются новые цеха. Как здесь люди ходят? Непонятно. А вот что заканчивается дальше? У нас тропа. Да и честно скажу, что у меня тропинка дальше заканчивается. Да и честно сказать, что у меня камера садится уже. И вот если сейчас я подниму вверх, вот вы видите. Вот прям. Вот линия, дальше она уходит. И вот так вот делает оборот. Но дальше мы сами видите, если я пойду дальше, я в этом сугробе увязну. Увы. Можно было, конечно, пройти через гаражи. Но это разве была экскурсия по Лендовке? Думаю, что нет. Нужно еще сил оставить, чтобы вернуться назад на трамвайную линию. Думаю, что да. Уже много вам что показал. Если что, развилку разве что глянуть. Но там уже стрелок нет. Слушайте, ну вообще отлично, будка почти в начале видео, которое я вам показывал, почти сохранилась. Я доволен. Конечно, безусловно, по этой ЖД-ветке лучше идти летом. Мне друг всегда говорит, давай пройдемся по железке. И я его раньше за этим ненавидел, поскольку можно было просто сесть на автобусе. Сейчас сам хожу, брожу, да хрен. Ну вот этот вот пруд, конечно, для меня был просто открытие. Не знал, что здесь был пруд. Так, а вот сейчас если мы здесь есть, тут, по-моему, стрелка была, и был перегон на завод. На завод туда мы не пойдем. Там частная территория. Или не было здесь перегона? Нет, все-таки путь виднеется. Вот он, на который я сейчас наебнулся. Да, вот он. Все-таки был на перегон до завода. Вот в целом ничего так. Строить новые корпуса. Аккуратно. Ага, вон, да, вон. Я вижу, то есть люди шли, она. Вот эта ветка она обогнала. И вот туда. Туда шла. Возможно. А и прямо на завод, конечно, тоже. Ну что, дошли, по карте от того примерно завода, до этого было 273 или 2 метра. Отлично, я доволен, да, мы только лишь маленькую часть сумели пройти, но тем не менее, это тоже хорошо. Все, хватит разглагольствовать. Спасибо за внимание, пока.
Пока-пока. Послушайте, я стал прощаться с вами. И сейчас решил вернуться по тому пути, по которому я не пошел. Оказывается, шпалы-то вот они. Их толщина снега не укрыла. Вот. Вот они. То есть тут надо очень аккуратно. Пролет шпал. Очень. Он такой своеобразный. Ух ты, тихо. Тихо ты. Нет. Нет, нахрен. Ну нахрен, я лучше вот так вот обойду. И оказывается, и стрелка есть. И стрелку мы сейчас с вами, конечно же, ее с вами обозрим. Вот. Вот она, я нашел ее. Отлично, счастье, нет предела. Вот она. Вот она за будкой, поэтому я ее не увидел. Она за будкой находилась. Вот же она. Вот же стрелка. Слушайте, сохранилась еще. Можно даже попробовать перевести рельс. Толщина, ни хрена себе. Толщина снега какая. Но я, тем не менее, пока не застреваю. Вот, можно. Ну-ка, я сейчас попробую. Да, переводится, почти тыкается. Тыкается. Слушайте, ну тут нужна немеренная сила, конечно, чтобы ее перевести. Ну вот она. Вот она, и стрелка переводится. Так, это наш, значит, указатель, значит, туда, в сторону завода. А это, если указатель туда, то дальше в сторону проспекта Карла Маркса. Отлично. Отличный экземпляр. Конечно, говорю. Говорю. О, вот. Дрыгается. Такая громадина. Слушайте. Вообще супер прям. Я доволен. Доволен. А вот теперь на этом все. Даже я стрелку нашел по этим гребаным сугробам. Ну что, подписывайтесь на паблик Лендовской ЖД-ветки, конечно. На мои каналы разные в социальных сетях тоже подписывайтесь. Там мы говорим не только про заброшенную железнодорожную сеть, но в частности и о политике. А сейчас пока я прям доволен. Прям вообще круто. Круто, стрелочка, стрелочка, вот она, вот идет, 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 и тут вот с этой стороны, отлично, всегда мечтал приводить стрелки, ну-ка, болт, сейчас мы чуть-чуть его, вот она, вот он механизм. Вот она. Так. Так, дальше. Дальше. О. И можно перевести ее. Вот она, виднеется вся. Вот никогда не надо говорить, что заранее прощаются. Это можно всякое интересное пропустить. Так, давайте-ка отряхнем перчаточкой. Вообще круто. А вот теперь вот думаю, что все. Спасибо за внимание. Пока. Да, блин. Другой, другой надо. Ты что, включил, что ли? Я не выключил. И вновь я с вами не прощаюсь. Уже
дом, ну как бы назад на тональную ветку возвращаюсь, а тут смотрю колесо, прямо оно на шпалах лежит от Вольтуре Раша. Не знаю, от чего колесо, пишите, но не для, не за колеса я здесь включил запись вновь опять с вами попрощался, главное, думаю, иду такой на трамвайную остановку, думаю, что ничего интересного, а тут хренак, еще одна стрелка, и прям под сугробами, прям под сугробами, вот. Но тут, кстати, уже спилили вот этот вот болт, здесь, наверное, еще был, ну-ка, ну такая же, типа, стрелка, но только стрелку спилили. Вот как надо переводить стрелки. Тут ее хрен вытащишь. Уже ее здесь хрен вытащишь. О. Не знаю, что еще. Какие ждут меня открытия на обратном пути. Возможно, что-нибудь еще. Вот так вот она. Арендовка зимой выглядит. Ух, какая прелесть, природа. Хорошо. Хорошо по ней гулять. Несмотря на обилие заводов, воздух здесь экологически чистый. Что подтверждает вон та ворона, которая пролетела рядышком. Так, смотрите, старое освещение лендовки. Плафоны в основном направлены на сторону завода, но вот все-таки сюда все-таки было освещение здесь, да? Чтобы поезда во тьме не ходили, несмотря на то, что у них, конечно же, в то время было чем себе путь осветить. Решил все-таки это самое, все-таки пройтись до этой гребаной будки, более подробно ее изучить. Хворост навалили очень много хвороста, может и загореться ненароком, но я уверен, что лендовки это все нипочем. Люди идут, теперь стало полностью пешеходной эта зона. Да, идем к будке. Ух ты ж, вот тут очень скользко. Я прям, несмотря на то, что рядышком трамвайная стонул. Ух ты, блядь. Идем вот ровно прям по лендовке, вот прям почти. Вот, и выходим на трамвайные пути. Выходим. А тут, естественно, нагашено везде. Понятное дело, насыпано. Вот и трамвай, вот вышли. А, ну чё, перейдём. Чух-чух-чух. Опа. Перешел. И сейчас то, что мы, я как думал, не стану исследовать в начале видео, все-таки стало интересно. Но сначала я его пойду. Вот. Еще один участочек виднеется, даже не буду раскапывать. По кусочкам. Вот этот песок хранился во избежание пожаров. Вот она сохранилась, эта ветка. Вот так ее люди перешагивают. Ну ни хрена себе, какой уклон. Уклон, а я пройду. Я сейчас вижу, что я не пройду здесь, лучше по снегу. Трамвай пересекает эту ветку. Так, красота. Шлагбаум.
Тут до него еще доберемся. Вот, ну-ка, по рыхлому снегу. Никого тела нет. Замок заперто. Заперто, естественно. Но не будем, конечно, ломать. Мы сюда не за этим пришли. Вот раньше здесь те, кто прикрывал пути, сидели вот в этой будке и ждали, пока не придет поезд. А дальше они шли или прям в будке шли и вот так вот перекрывали сквозь вот эти вот шлагбаумы, которые сейчас опломбированы. Иди. Дальше нецензурная лексика. Батя написал, как будто мой. Вот так вот, значит, трамвайные пути перекрывали. Вот прямо вот здесь вот. Под помощью этих шлагбаумов и того. И поезд вот от этого завода до того. И дальше шел. А здесь сохранился более целый светофор, чем на той стороне. Семафор, то есть, конечно же. Сама будочка и семафор. Семафор отлично вообще. Вообще выглядит. Сигналка. Вот, правда, чуть она. Чуть она разбитая. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. Потрясно. Потрясно. А вот теперь точно все. Нет, подождите, сейчас. Да, я много раз уже говорил все, потому что была запись, но уж, извините, не специально. Там монтировал разные куски. И вот эти вот колодки, не знаю для чего, но точно эта часть дороги была. Наверное, для чтобы пешеходы не ходили во время поезда. Ну-ка. Заварено. Ну, в общем, вот сейчас прям усё, ну точно усё. Ух, я доволен, я получил как и физическое наслаждение, несмотря на то, что один раз грохнулся, так и морально, что я смог пройти. Да, это 278 километров примерно пути, метров, да, не именно что не километров. Но всё-таки какая-никакая физнагрузка была. А дальше уже будка непосредственно идет у нас, вот, как же их называют, а путейцев, которые непосредственно трамваем заведуют, которые вот этот вот шлагбаум, и они смотрят колеса. Это уже для других пабликов. У нас шедеветкой и заброшенной лендовской. Вот теперь действительно реально все. Спасибо за внимание, пока.